Мобильные операторы снизят тарифы на роуминг в России с 1 ноября. МТС снизит тарифы на голосовой роуминг, изменится стоимость входящих и исходящих вызовов. Снижение стоимости звонков будет распространяться на всех абонентов оператора, независимо от тарифного плана и сети российского оператора. Цены на СМС и интернет-трафик останутся без изменений. Life снизит стоимость исходящих и входящих звонков СМС. С учетом результатов завершения опытной эксплуатации будет принято решение о применении сниженных роуминговых тарифов с 1 января 2021 года на постоянной основе. Выполнение мероприятий дорожной карты по отмене роуминга на территории союзного государства в целом успешно завершено. При этом стороны должны до конца октября согласовать программу опытной эксплуатации каналов связи и регламент взаимодействия операторов электросвязи Беларуси и России по обмену информацией о нарушениях порядка пропуска трафика на сетях электросвязи.